Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Спонсор выпуска – автоцентр «Авто-1». Официальный дилер «Лада» в Набережных Челнах. Успей купить автомобиль с выгодой до 20%. Только сейчас и только в «Авто-1» успей купить новую «Ладу» по госпрограмме с выгодой до 20%. Подробности у официального дилера «Лада» в Набережных Челнах «Авто-1». Альметьевский тракт 4В. Телефон 475-888. Четверг, 24 октября, в Набережных Челнах днем облачно, возможен небольшой дождь. Стол термометра покажет нам плюс 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Хорошего настроения, до встречи на нашем телеканале.